сейчас. Анатолий Иванович ответственный за ранение. Так. Анатолий Иванович. Еще раз. Посмотреть общественный контроль, где хранятся браконьерские сети. Те, что они снимали. Здрасте. Вот это вновь прибывшие. Вновь прибывшие? Да. Ё-моё. То без хвоста, то 16-17 года. А это что, акт? Это не акт, это бирка. Сдал хабар. Это не те, которые мы с Хаджибея снимали, не? Да. Это они? Да. Это не все, там часть не вынесли, те, что были раньше привезены, надо вынести наверх. А этот по суду надо отдать. Решение суда. Вот это? Да. А что, суд выиграли или что? Да. Что такое бывает? Конечно, очень даже. Ё-моё. А как так происходит, что орудие лова нужно отдать? Что, не браконьерский получается или что? Відсутній склад правопорушення і повернути правопорушнику і рибу, і знаряддя. Йо-май. Да, у нас таке це буває неодноразово, тому знаряддя лову вони не знищуються відразу, а ті, які вилучені саме за протоколом, де є порушник, вони зберігаються і ті зберігаються до рішення суду, ці зберігаються, поки не вийде час по як безхозне майно. А скільки времени должно пройти? Должны зберігатися півроку, лише через півроку ми маємо право їх списувати. Подождите, так у вас же списание отдела справок, если я правильно понимаю. Да, правильно. Ми справки відбираємо ті, які вже прийшли час, збираються знаряддя лову, вони списуються, збирається комісія. Комісія відповідно до порядку, у нас є порядок по зберіганню та от є порядок, да, обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави і розпорядження ним. Так, це номер 1340. 1340, 98-й год. Да. Тут є майно. Визнане безхазяйним відповідно до законодавства, ага. Тобто воно поширюється на це майно. Тут переписано порядок, як воно має відбуватися, створюється комісія. До комісії входять представники виконавчої служби, представники податкової інспекції, наші представники. Ця комісія описує спочатку це майно, складається акт по описі, і тільки після цього вони мають право утилізовувати дане майно. Понятно. Ну що ти, чесно говоря, маловато сіток? Наверху ще, так? Да? Осторожно. Ага, я уже тут зацепился, я понял вас. А вот меня интересует вот та вот сетка, которая одна была морскими этими самыми поплавками, да. Она там наверху. Наверху, да? О, я хочу просто по ней узнать, где наши сети. Ладно, посмотрим наверху. А здесь она у вас давно уже сберегается, сохранится уже давно? Ну, те, наверное, еще с 15-го года или какого-то, турецкие. С 15-го года? Да. Офигеть. А что они не уничтожаются с 15-го? Решения суда нет. Нет решения? А что, вообще подано в суд еще 15, уже 5 лет нет решения? 15 лет, это ще Західно-Чорноморська рибоохорона була. Ми не є правоприємниками Західно-Чорноморської рибоохорони. А Західно-Чорноморська рибоохорона знаходиться в стані ліквідації. І вони... Їхнє майно також тут зберігали. Ага. А вивезти їх кудись там знищити, ми не маємо права, тому що ми не є правоприємниками і не є розпорядниками даного майна. Понятно. Хорошо, ну а як далі? Що ви так і будете хранити вічно, чи що? Да. А? Да. Йо-моє. Бардачок. Ладно, посмотрим. Склад вылученного майна и та конфискату. А вы вообще как-то опечатываете его, склад твой, или как, или что? Там те опечатываем, этот нет. А что? Ну что не приспособлено для печати. Ну почему? Вот же, вот есть самый пластилинчик. Ну, да, отбегаю тут цепочку. Привязать веревочку, просверлить дырочку небольшую вот здесь вот. И привязать к этому пластилинчику. Что, трудно что ли? Вау! Ё-моё. Угу. Друзья, ну вот так вот хранятся тут ятеря, сети. Вам было это интересно посмотреть? Я вам показываю. Специально сделано видео по вашим просьбам, где хранятся сети. Вот, вот здесь они хранятся. На каждой сети вот висит бирка
номер акта, количество сетей, какое тут очко сети, диаметр очка. Вот. 18-й год, 17-й год. Что-то 17-й год маловато сетей. Так они есть шамы. Вот это вот 20-й год. Ага, вот это вот больше похоже на те, которые мы снимали. Да. Вот она фиолетовая, вот эта сеть. И где-то тут должна быть сеть с этими, с морскими поплавками. Ну вот это связано в этом вот. А, что я не вижу их. Просто ради интереса. Чтобы понимать, что все сети здесь. Вот они морские, вот эти вот. Нет, не такие. Не такие, были кругленькие. Кругленькие, да. Были, ой, стоять. Тихо. Были кругленькие? Наверное, здесь. Да, вот это вот мы, кстати, это вот с Хаджибея туда все снято, я так понимаю. Нет, тут их много, конечно, увидеть невозможно нормально. Но я уверяю вас, друзья, что когда мы будем... Не они. Когда мы будем все это дело уничтожать, обязательно я найду эту сеть, чтобы ее убедиться, что она в наличии есть. Потому что тут реально увидеть не получается. Где эта сеть? Просто не знаю, куда их развешивать. Вижу за эту... Да вижу. Занято все это. Вижу, что... А то вот, вот это 16-15 год, то еще с Саратубка. Так а что их не уничтожают? Я что-то ничего не могу понять. Ну, так я должен принять решение суда, вынести постановление. Уничтожить. Типа вот таких вот, вот шарики такие были. О, а тут лодки, что ли? Это лодки, да? Да. Конфискованные. Да, это тоже 16-15 год. До сих пор лежит тут. Вот, может, они в мешках, может, лучше. Нарушители. Вот эти, которые ты говоришь, может, не в мешках они лежат. А это что, 20-й год? Блядь, присветить не мочи. Не видно нормально. Понятно. Непонятно только одно, когда это все дело будет уничтожаться. Хотя, действительно, раз в полгода, вернее, в квартал, это должно происходить. Блин. Можно чуть-чуть как-то ее, или так оно? Я не рискую. Не рискуете? Нет, я так не вижу. Нашу сеть. А, вот она. Вот она. Вот это она. А где тут бирка? Там где-то внутри. А может быть привязан даже это. Вот эта сеть, которую я искал. Вот она с этими шариками, которые мы снимали в Хаджибейском доме. Какая? Это морская сеть. А свинца? Ты что, какой-то моряк ставил или что? Поплавки, которые глубина не дает. Она идет с общими этим вот, по количеству. Это вот они сети с лимана. Угу. Да? Вот это вот идет с, одна бирка на все сети. Ага. Ну понятно. А это что, дрочи, что ли? Да. Е-мое. Кстати, а где дрочи? Вот большая коробка была с красными дрочами, которые мы изымали в магазине. Колющее орудие лова, драч, так называемый, который дерет рыбу, и после этого рыба умирает. То есть она может и не засетись, то есть ее могут не поймать, но то, что она поранится и не выживет, это уже точно. Так вот здесь, друзья, 261 штука, чтобы вы понимали. Сегодня в одном из магазинов Одессы вот это все было изъято. А ну, заодно проверим, как она хранится, где она, что. Вон дрочи тоже. Мотор даже, ё-моё.
Не один? У вас моторов не хватает, чтобы ездить, снимать сети. Вот, короче. А ну. Ага. Друзья, помните, мы снимали видео? Вот это оно, да? Да. Вот они такие же самые. Ну, глянуть одним глазом. Здесь 40 штук, кажется, их. Да, вот и тогда было. Ладно, не буду скрывать. Это они, да? Да, вот это все они вот, ага. в один день привезли. Ага. Там отдельно 5 штук, по-моему, да, или да. Сколько там, да? Да? Да, все, я понял. Друзья, ну вот, в принципе, то, что я хотел посмотреть и уточнить конкретные сети, я увидел. Те сети, которые мы вытаскивали, контрольные образцы, которые я хотел увидеть, я все увидел. Оно все в наличии, все здесь сберегается. Единственное, что мне не понравилось, это то, что не опечатывается вот это помещение. Оно вообще не сдается под охрану, ничего. Некому сдавать ее. То есть, похрен, да. Закрыли. Ну, есть, но... Закрыли и на честном слове, да? А? Ну да. И на одном крыле. Но это не порядок. Нужно... Супер замок такой. Нет, так при чем здесь супер, не супер замок? Такие склады должны общаться. Даже вот предусмотрено, вы видите? Предусмотрено пластилин. Клеили вот такие вот раньше. Да пластилин есть. Печать раз, все. Вот она. А, даже вот сюда вот. Не, не сюда. Вот здесь вот делается. Вот она. Вот она, веревочка. Закрыли. И опечатали вот сюда. Раз. У вас печать есть? Есть. Ну так какие проблемы?